Управляющие компании округа готовятся к холодам. От их укомплектованности зависит, насколько быстро расчистят дворы и тротуары от снега. Одним из первых смотр техники прошел в Пик Комфорте. Организация обслуживает 59 домов микрорайона Красная Горка, а это почти 500 квадратов дворовой территории. Главе округа представители компании показали свой зимний и демисезонный арсенал. Сейчас у нас на настоящий момент времени 60 дворников. В зимний период количество дворников будет увеличено до 70 человек. Сейчас здесь представлено 6 единиц техники. В случае форс-мажорных обстоятельств, если будет идти несколько дней снег, количество единиц техники будет увеличено до 8. Завезли Пик Комфорту и противогололедные смеси. В наличии 5 тонн. По мере необходимости реагенты будут закупать еще. О некачественной уборке жителям Красной Горки могут сообщить напрямую в управляющую компанию или на портал Добродел. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.